Ел экономикасы евро аймақтағы рецессияның жалғасуына, нарығы қалыптасып кележеткен елдердің әлсіз өсуіне және Америка құрама штаттарының экономикасын өрлеу күткенде қарағанда барынша баяу өсуіне байланысты әлемдік экономикалық өсудің баялауы жағдайында дамыды. Ақштағы жалпы ішкі өнімнің өсуі 1.90-да 1.18% құрады. Еуромақтың жалпы ішкі өнімнің төмендеуі 0.3% құрады. Рецессия борыштық жүктегімен 95% және жұмыссыздар деңгейін 12.1% дейін өсуі аясында болуда. Қытайдың жалпы ішкі өнімнің өсу серпіні жылдық мәнді жылдың басынан бастап 1.90-да 7.7%-дан 2.90-да 7.5%-ға дейін қысқарды. Қытайдың өнеркәсіп өндірісінің көлемі маусым айында 8.9%-ға ғана өсті. Бұл мамыр айына қарағанда 0.3%-ға төмен. Қытай экономикасының баялауы шикізатқа деген әлемдік бағаға әсер етуі және шикізат компанияларының акцияларына қысым көрсетуі мүмкін. Соңғы үрдіске байланысты, халықаралық валюта қоры шілде айында әлемдік экономиканың өсу бойынша болжамды 3.1%-ға дейін демесе өткен жылдың деңгейіне дейін төмендетті. Әлемдік экономикадағы тұрақсыздыққа қарамастан Қазақстан жалпы ішкі өнімі алдын ала бағалау бойынша бірінші жарты жылдықта 5.1%-ға өсті, ол жалпы біздің болжамға сәйкес келеді. Экономиканың өсуіне тұрақты макроэкономикалық жағдай ықпал етті. Қаңтар маусымдағы инфляция 2.7% құрады және өткен жылдың деңгейінде сақталды. Инфляция жылдық мәнде 5.9% құрады. В целом, международные резервы страны выросли с начала года на 4.1% и достигли 89,6 миллиардов долларов США. В том числе, валовые международные резервы страны составили 26,1 миллиарда долларов США, уменьшились с начала года на 7,6%, в основном за счет снижения цен на золото. Активы Национального фонда в иностранной валюте составили 63,5 миллиарда долларов США и выросли с начала года на 9,8%. Общий объем кредитования в мае по сравнению с началом текущего года возрос на 4,2% и составил 10,3 триллиона тенге. Отмечается также рост объема долгосрочных кредитов на 1,5%. Инвестиционная и деловая активность обеспечили рост налоговых поступлений в государственный бюджет на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Процент исполнения плана за отчетный период составил 104,5%. В первом квартале 2013 года по сравнению с первым кварталом прошлого года положительное сальдо текущего счета снизилось на 42,8% и составило 1,9 миллиарда долларов США. Это в первую очередь было обусловлено снижением положительного сальдо торгового баланса, который за 5 месяцев текущего года снизился с 22,2 миллиарда долларов США до 16,4 миллиарда долларов США. Экспорт сократился на 10,8%, что вызвано сокращением как физических, так и номинальных объемов экспорта в третьи страны на 7,5% и 6% соответственно. Также с начала года на мировом рынке отмечалось снижение цен на нефть на 8,7%, железную руду на 16,8%. Экспорт сырой нефти сократился на 5,5%, ферросплавов на 10,8%, проката плоского на 33,6%, цинка на 18,7%, пшеница на 61,3%. При этом вырос импорт товаров на 10,3%. Взаимная торговля со странами таможенного союза в январе-мае 2013 года выросла на 1,8% и превысила 9,4 миллиарда долларов. Экспорт сократился на 2,7%, импорт вырос на 3,7%. В первом полугодии текущего года отмечается повышение инвестиционной активности. Так, объем инвестиций в основной капитал с начала года вырос на 7,9% против 3,1% в аналогичном периоде 2012 года. Рост отмечается во всех регионах, за исключением Акмолинской области, где спад составил 23%, в Алматинской снижение на 0,3%, в Атрауске на 3,8%, в городах Астаналы и Алматы на 23,1% и 3,2% соответственно.
Инвестиции в жилищное строительство составили 212 миллиардов 700 миллионов тенге и возросли на 20,4%. В эксплуатацию введено 2,9 миллиона квадратных метров жилья. Основным драйвером роста экономики по-прежнему является рост сферы услуг на 7,6%. Вклад в рост экономики составил 4 процентных пункта, тогда как производство товаров выросло на 1,8%, что увеличило ВВП на 0,7%. За январь-июнь объем торговли вырос на 12,5%, услуги транспорта на 7%, услуги связи на 14,6%. Рост промышленности составил 1,8%, горнодобывающая выросла на 2,2%, обрабатывающая промышленность выросла на 1,8%. Рост производства промышленной продукции отмечается во всех регионах, за исключением 4 областей. В Акмолинской области производство снизилось на 4,7%, Кызылординская на 2,7%, Павлодарская на 1,8% и Западно-Казахстанская на 1%. При этом наибольший рост, превышающий среднереспубликанский уровень, отмечен в 7 областях и городе Астане. В Атырауской 7,6%, Актюбинской 6,9%, Восточно-Казахстанской 6,4%, город Астана 22,7%. В Карагандинской области рост составил 0,8%. Объем строительных работ до первого полугодия вырос на 0,7%. Во втором квартале на строительном рынке отмечается заметное оживление. Только в июне к маю темпы строительных работ возросли на 40%. Наиболее активное строительство развивалось в Кызылординской области, рост в 1,8 раза, Карагандинской 1,5 раза и Кустанайской в 1,2 раза. При этом темпы строительных работ значительно сократились в Алматинской и Акмолинской областях на 39,6% и 29,9% соответственно. Выпуск продукции в сельском хозяйстве возрос на 1,4%, в том числе растениеводство на 0,4%, животноводство на 1,4%. Если говорить о растениеводстве, Сергей Ильич, ну, то мы ждем окончательных результатов по итогам сбора урожая это осенью этого года. Наибольший рост в области производства животноводства отмечается в Акмолинской области на 9,7%, в Восточно-Казахстанской на 6,4%. Положительные тенденции в экономике позволили сохранить социальную стабильность в стране и обеспечить благополучие граждан. С начала года реальный доход населения выросло на 2,4%, реальная заработная плата на 0,5%. Уровень безработицы в июне составил 5,2%. Достижение положительных темпов роста в отраслях экономики, сохранение инвестиционной активности во многом способствует также реализации программы индустриально-инновационного развития страны. В первом полугодии 2013 года было введено 34 проекта на сумму 71,6 миллиарда тенге с созданием 2300 постоянных рабочих мест. Всего в 2013 году запланирован ввод в эксплуатацию 146 проектов на общую сумму 556 миллиардов тенге с созданием более 14 тысяч новых постоянных рабочих мест. Продолжается строительство железнодорожных линий Жезказган-Бейнеу, Аркалык-Шубаркуль. По проекту «Западная Европа, Западный Китай», спланируемых к завершению в 2013 году, 800-600 километров автомагистрали с начала года уложено 377. Всего за последние прошедшие два года за новую эксплуатацию 915 километров. По программе «Дорожная карта бизнеса 2020» мерами поддержки охвачено более 36 тысяч предпринимателей. С начала года по трем направлениям к субсидированию одобрено 677 проектов с объемом выплаченных субсидий 35 миллиардов 100 миллионов тенге. В сельском хозяйстве вновь принята отраслевая программа «Агробизнес-2020», призвана стать основой для системных изменений в целом повышения конкурентоспособности субъектов АПК. Программа предусматривает новые механизмы господдержки субъектов агропромышленного комплекса, гарантирование страхования займов, инвестиционные субсидии, финансовое оздоровление предприятий АПК. Всего на эти цели предполагается направить 375,6 миллиарда тенге. Общая сумма, как вы знаете, на реализацию программы 2013-2020 годов составит более 3,1 триллиона тенге. Проводится системная работа по привлечению инвестиций в экономику, в том числе через расширение практического применения механизмов государственного частного партнерства. В июле главой государства подписан закон по внедрению новых форм ГЧП. С учетом нововведений планируется реализация пилотных проектов в различных отраслях экономики. Так, в социальной сфере разрабатывается ТО по строительству и эксплуатации двух многопрофильных больниц на 300 коек в городах Алматы и Караганда. Также регионами ведется работа по подготовке проектов строительства поликлиник, таких городах, как Чимкент в городе Усть-Каменогорск и детской городской больницы в городе Семей. По самому большому проекту ГЧП, который предполагается у нас реализовать, это Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога Бакат, уже подготовлена ТЭО. До конца года будут завершены все подготовительные процедуры конкурса по выбору потенциального концессионера.
Утвержден комплексный план работ по дальнейшему улучшению инвестиционного бизнес-климата, который предусматривает поэтапное внедрение в Казахстане стандартов ОСР. Это позволит усовершенствовать национальное законодательство в сфере инвестиционной деятельности, развитие практики ответственного ведения бизнеса, расширение участия инвесторов в инфраструктурных проектах через механизм государственно-частного партнерства. Указом главы государства утверждена новая концепция новой бюджетной политики, в котором определены основные подходы формирования направления бюджетной политики до 2020 года. Бюджетная политика будет формироваться с учетом выдерживания целевых параметров по дефициту, которых к 2020 году необходимо снизить до 1,4% ВВП. Будут приняты меры по повышению эффективности использования бюджетных средств. В следующем году будет проведена полная инвентаризация всех бюджетных расходов на предмет их эффективности. Впервые в Казахстане принят закон о государственных услугах, который направлен на законодательное закрепление и обеспечение единообразных требований к порядку оказания госуслуг, четкое разграничение компетенций государственных органов в сфере услуг, а также совершенствование процедур их оказания. С целью создания правовых условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на осуществление местного самоуправления в июне текущего года подписан закон по вопросам местного самоуправления. Закон по вопросам ограничения полномочий между органами госуправления наряду с законом о местном самоуправлении значительно усилил полномочия на местах. Перенос полномочий с центра в регионы также позволит повысить ответственность местных исполнительных органов. Закон предусматривает перераспределение между центральными государственными органами и местными исполнительными органами достаточного объема функций, в том числе из центральных органов передается 10 функций, а из центра в область 73 функции, из области в районы 4 функции. Лимит штатной численности местных исполнительных органов увеличен на 5420 штатных единиц. В рамках повышения эффективности управления активами государства проводится работа по приватизации отдельных государственных предприятий, квазигосударственных компаний и организаций нестратегического характера. Развитию регионов способствует успешная реализация программ развития регионов и развития моногородов на 2012-2020 годы. Для вовлечения в экономический оборот дополнительных активов совместно с местными исполнительными органами осуществляется дальнейшая реализация плана мероприятий на 2012-2020 годы по реализации имеющихся резервов роста экономики регионов. Проводимая системная работа способствует созданию нового экономического потенциала регионов. По итогам первого квартала наиболее высокие темпы роста валового регионального продукта отмечены в Мангистауской области 8,7%, городе Алматы 7,9%, городе Астана 7,3%, Восточно-Казахстанской области 6,7%. При этом снижение ВРП, еще раз хотел сказать, по итогам первого квартала произошло только в Павлодарской области на 4,7%. Рост объема производства в регионах позволил увеличить доходы местных бюджетов к уровню 2008 года в более чем в полтора раза. Продолжается работа по реформированию разрешительной системы. Утверждена методика проведения инвентаризации разрешительной системы. Рассмотрен 841 разрешительный документ и осуществлена их классификация, категоризация, а также оптимизированные процедуры по срокам и требуемым документам. Уважаемый Сергей Геннадьевич, уважаемые коллеги, учитывая нестабильность мировой экономики, правительством осуществляется системный мониторинг экономических процессов в стране и в мире. В рамках разработанного антикризисного плана на постоянной основе отслеживаются пороговые индикаторы, определяющие устойчивость экономики к воздействию внешних и внутренних шоков. По итогам первого полугодия все индикаторы находятся в зеленой безопасной зоне. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, в некоторых отраслях наблюдается отставание от целевых параметров развития. Так, в январе-июне текущего года добыча сырой нефти на 1,8% пункта ниже планового показателя, что снизило рост экономики на 0,3% пункта. Производство продукции в черной металлургии сократилось на 15,6%. Отрицательный вклад в ВВП составил 0,2% пункта. При этом основной причиной снижения объема производства помимо сокращения спроса является нестабильная работа доменных печей и высокая аварийность оборудования на ArcelorMittal. Недовыполнение целевого показателя по объему производства продуктов питания составляет 10,4% пункта. Так, по информации Министерства сельского хозяйства, в натуральном выражении на 6,3% снизились объемы производства муки, на 5% крупы, на 4% растительного масла и на 40% мясных консервов. ИФО производства в химической промышленности за первое полугодие составило 101,6% при плановом индикаторе 105%. Недостижение показателя связано с остановками завода ТО «Казазот» в марте-июне текущего года и выходом лишь на 70% проектной мощности АО «Каустик». В то же время в некоторых отраслях достигнуто перевыполнение плановых показателей. Так, ИФО производства цветных металлов превышает целевой уровень на 2,3% пункта, производство неметаллической минеральной продукции на 4,4%, машиностроение на 9,2% пункта. Совокупный вклад данных отраслей в прирост ВВП составил 0,4% пункта.
Темпы роста пока в сельском хозяйстве ниже планового показателя на 10,2% пункта. Но невысокие темпы объясняются в основном сезонным фактором, поэтому окончательные итоги по отрасли могут подведены только в конце года по результатам уборочной кампании. Вместе с тем, ожидаемый валовый сбор пшеницы в текущем году позволит обеспечить целевые параметры роста растениеводства и в целом сельского хозяйства в текущем году. Таким образом, при достижении прогнозируемого роста в сельском хозяйстве и замещении невысоких темпов роста в одних отраслях более высокими, в других, рост ВВП в 2013 году должен составить не менее 6%. Вместе с тем, реально оценивая ситуацию в условиях сокращения внешнего спроса, во втором полугодии необходимо предпринять конкретные шаги для успешного функционирования экономики и противостояния кризисным тенденциям. Как я говорил ранее, правительство имеет антикризисные планы, и уже сейчас необходимо начать реализацию некоторых мер, направленных на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование внутреннего спроса, поддержки реального сектора экономики и недопущение роста безработицы в стране. Многие мероприятия по созданию рабочих мест через развитие предпринимательства на селе, обучению и содействию трудоустройства и повышению мобильности трудовых ресурсов, носящие антикризисный характер, вошли во вновь принятую программу «Дорожная карта занятости 2020». При уточнении бюджета на реализацию дорожной карты занятости на 2013 год дополнительно выделено 30,1 миллиарда тенге. В целом, на реализацию дорожной карты в этом нынешнем году предусмотрено почти 105 миллиардов тенге. По нашим расчетам, реализация программы в полном объеме в 2013 году может дать дополнительный вклад в прирост ВВП порядка 0,3% пункта. Таким образом, правительство совместно с местными исполнительными органами должно сконцентрироваться на решении следующих задач. Первое. В целях недопущения роста уровня безработицы и стимулирования экономической активности населения до конца текущего года Министерство труда и социальной защиты, Министерство регионального развития совместно с местными исполнительными государственными органами необходимо обеспечить максимальный охват населения мероприятиями дорожной карты занятости 2020. Второе. Для достижения запланированных параметров развития и поддержания активности в экономике необходимо особый упор сделать на инвестирование капиталоемкие отрасли экономики, такие как строительство, развитие инфраструктуры и сельское хозяйство. В этой связи Министерству регионального развития, Министерству сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами необходимо принять исчерпывающие меры по реализации программы модернизации ЖКХ «Доступное жилье 2020» и «Агробизнес 2020» и освоение запланированных средств в рамках 2013 года. В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 2020 года на реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2013 год предусмотрено 18,1 миллиард тенге. Всего к концу года необходимо провести модернизацию коммунальных сетей с общей протяженностью почти 1012 километров. В рамках программы «Акбулак» в 2013 году необходимо реализовать 300 проектов на 78,1 миллиарда тенге. Освоение за первое полугодие средств по городскому водоснабжению и водоотведению составило 76,1. При этом хотелось бы отметить, что наименьшее освоение отмечено в Мангистауской, Акмолинской и Кустанайской областях. Освоение по сельскому водоснабжению составило 93,5%. Кроме того, хороший импульс роста экономики регионов и страны в целом должна дать финансовую поддержку местного самоуправления. На эти цели для реализации проектов 2100 сельских населенных пунктов по капитальному текущему ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта предусмотрено выделение средств в сумме 6 миллиардов тенге. Для обеспечения запланированных темпов роста Министерству сельского хозяйства совместно с регионами необходимо мобилизовать усилия по успешному проведению уборки урожая, усилить работу по развитию животноводства и обеспечить увеличение производства стратегически важных продуктов питания. Третье. Министерство индустрии и новых технологий совместно с акимами необходимо активизировать реализацию проектов карты индустриализации. По предварительным расчетам, ввод в эксплуатацию запланированных в полном объеме 2013 году проектов позволит обеспечить вклад в приросте ВВП на уровне 0,2% пункта. Кроме того, необходимо, кроме создания новых производств, необходимо особое внимание уделять модернизации и обновлению действующих активов. И четвертое. В текущем году завершается действие закона о трансфертах общего характера на 2011-2013 годы. В связи с этим будет разработан и в августе внесен в правительство новый закон о трансфертах общего характера на 2014-2016 годы. Поэтому мы считаем, для Министерства экономики и бюджетного планирования основной задачей станет подготовка и внесение в правительство законопроектов бюджетного блока, где кроме закона о республиканском бюджете на предстоящие три года войдут законы о трансфертах общего характера и гарантированном трансферте из Национального фонда на 2014-2016 годы, а также необходимые поправки в бюджетное законодательство, необходимые для успешной реализации концепции новой бюджетной политики и других государственных программ.